Вы любите дождик? Кто любит дождик? Ты и любишь, Изабелла? Я. Ты любишь, Чарли, дождик? А почему ты любишь дождик? Что можно делать? Прыгать в лужи? Да, это очень весело, правда. А кто еще любит дождик? Наталья, ты любишь дождик? Я люблю. Ты любишь тоже, Марк? Я люблю. Ты тоже любишь? Я люблю. Ты тоже любишь? А почему вы любите? А ты почему любишь, а не любишь дождик? Что хорошего в дождике? Можно по лужам ходить, да? А еще почему дождик хороший? Наталья, почему он хороший? Потому что он цветочки поливает, конечно. А почему ты любишь дождик? Можно бегать и ловить дождик. Можно бегать под дождиком, да? Это очень весело, правда. И он капает. Где это такое бывает, когда дождя нету? Вот целый год весной нету, летом нету, осени нету и зимой нету дождика. Представляете, вообще нету ни разу. Как вы думаете, где такое бывает? Где-где? В Австралии? Да, в Австралии, кстати, может быть тоже очень мало дождика в некоторых частях Австралии. А как называется место такое, где нету дождика? Не бывает. Вот если вот вы сказали, что дождик он мокрый, да? А если дождика нету, то земля какая? Мокрая. Если дождик пойдет, она мокрая. А если нету, то какая она станет? Сухая. Сухая, правильно. Вот как называется место, где очень-очень сухо, там никогда нету дождика, там сухо. Я знаю, там очень много песок. Да, там песок. Правильно, Кир. Как называется это место? Кто-нибудь знает, где песок? Ну, море. Где море тоже есть песок. Да, совершенно верно. Там есть вот эти анимации. Там разные животные. А вот это такое место, где только песок. В море же там и песок, и вода тоже, да? А вот это место, где только песок. И там очень сухо, и никогда не идет дождик. Очень-очень редко идет. Как же это называется место? Это называется пустыня, ребят, да? Пустыня. Вот в пустынях бывает очень-очень мало дождика. А как вы думаете, это хорошо или плохо, когда дождика почти никогда нету? Плохо. Это плохо, да? Почему это плохо, ребят? Цветочки засохнут, да? И растения не будут расти, да? И животным будет нечего пить, да? Он тоже идет, но просто его не видно. Он очень медленно идет. Вода всегда превращается в пар, если на нее светит солнышко, оказывается. Теперь давайте посмотрим, как же у нас из этого пара получается облако и как же у нас получается дождик. Из пара. Смотрите, что мы сделаем. Мы сейчас вот так закроем крышкой. Смотрите, у меня это... Здесь нету дырки, да? Никакой дырки нету. Это просто тарелка. Мы ее так закроем и положим туда лед. И будем ждать. Положим лед и будем ждать, что же у нас получится сейчас. Давайте теперь смотреть. Как вы думаете, вот лед он какой? Холодный. Он холодный. Лед холодный. Он что делает с нашим паром? Что же он делает с нашим паром? Вот мы с вами сказали, что пар поднимается от воды наверх. А потом, смотрите, здесь у нас мы закрыли его крышкой теперь, да? Он у нас раньше шел наверх. Он просто хочет потрогать. Да, потрогал, хорошо, клади назад. Вот смотрите, пар у нас поднялся наверх, а потом лед здесь у нас. Что случилось с этим паром? Я не потрогаю. Хочешь потрогать? Лед, пожалуйста. Я не потрогаю. Что же случится с паром? Ты хочешь тоже потрогать? Он, во-первых, никуда не может уйти, да, потому что мы накрыли крышкой, совершенно верно. А еще что будет с паром? Вот он сначала был горячий, да? Он стоит холодным, конечно же, потому что лед. Здесь лед лежит сверху, пар поднялся наверх. И вот здесь наверху, потому что здесь есть лед, пар охлаждается, он становится холодным. И теперь давайте посмотрим, что... Ты уже видишь? Да, да, давайте сейчас не будем двигать воду. Во-первых, мы видим капельки внизу. Да, вот сейчас начнет вообще очень сильно дождь идти внизу. Да, сейчас будет дождь, совершенно верно, правильно вы сказали, сейчас, оказывается, пойдет у нас дождь. Вот здесь внизу, внутри, в нашей банке с вами. Не пишем никуда. Вот
И сейчас увидишь, сейчас он будет сильно капать, еще немножко надо подождать, и он будет капать. Вот у нас уже вот с этой стороны, снизу, видите, если вы потрогаете здесь, потрогайте, стало мокрое, да, было сухое, помните? Я потрогаю. Видите, уже стало мокрое. А раньше, а вот почему, вот сейчас там, я вам скажу. Там вода. Там вода, там же было сухо, откуда там вода появилась, интересно? Потому что мы же не росли, мы же... А когда капелек становится очень-очень много, они становятся тяжелые, и они падают вниз. Упало, видите, они падают, когда их много, они большие становятся, да. Они падают вниз, вот так получается у нас